В Ярославле участили случаи детской и подростковой агрессии. Выход из проблемной ситуации сегодня пытались найти в мэрии города. На профилактические семинары собрались больше сотни психологов, педагогов и представителей полиции. Речь в первую очередь шла о насилии подростков по отношению друг к другу. В этом году только в школах официально зафиксировано более 7 десятков драк и побоев. И практически столько же за пределами школьных стен. В реальности на каждый официально зарегистрированный случай приходится один или два, что называется, замятых. Обращения с подобными агрессивными вспышками у детей участились, поскольку много сейчас встречается патологии. То есть то, что мы называем уже включение медикаментозного лечения. В основном это дети школьного возраста, подросткового, начиная с 10 лет и до 14. На самом деле последствия очень страшные. Черепно-мозговые травмы, переломы рук, ног, которые влекут за собой уже статьи достаточно серьезные Уголовного кодекса. Мы должны, взрослые люди, научить, как правильно общаться детей между собой. Да? В первую очередь это толерантность, это разрешение проблем без физического вмешательства. Причем агрессия сейчас стремительно молодеет. Случаи физического насилия начали массово появляться и в детских садах. При этом расслабляться не стоит не только родителям. Ответственность за несчастные случаи при стычках малышей несут и детсадовские воспитатели, и их руководство. Если говорить о ярославской географии детской агрессии, по последним данным, меньше всего вспышек насилия пока замечено в Кировском районе. На пятерке средний показатель в антилидерах Брагина. Дети не могут нести ответственность за нанесение побоев, то есть, соответственно, мы их ставим к себе на профилактический учет за совершение данного деяния, ведем с ними профилактическую работу. Родителей данных подростков, естественно, мы привлекаем к административной ответственности. На территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних выносится либо предупреждение, либо штраф.